При поддержке игрового портала monsterhack.ru. Ваш позитив у нас. Всем здорово, с вами Некрос. Сегодня мы играем в Mortal Kombat 9 с Зодиаком. Посмотрим, что из этого получится. Противник довольно сильный, поэтому комментариев от меня не ждите особо. Сложно. Я же знаю, что он хитрый. Я знаю, что он сильный. Я уже играл против его кабала. И помню, чем это закончилось. Очень печально это закончилось. Хорошо, у него брейкера нету. Вот видите, я же сказал, он сейчас разыграется и будет меня выигрывать. Поэтому мне придется, знаете, сделать что-то такое нестандартное, чтобы его... Сейчас будет брейкер. Так, это я его по лоу его подловил. Так, по-моему, это win. Да, это win. Знаете, это было неожиданно. Вот, видите? Он разозлился, сейчас будет кабал, и сейчас мне хана. Вот что это будет. Я так считаю, что сейчас меня начнут размешивать. Я к этому почти готов. Во-во-во-во, сейчас. Сейчас. Ай! Вот это неожиданно. Отвечаю. Это да. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, он разозлился.
Мне это удалось, обалдеть. Я в шоке просто. Уж если я его фирменного кабала уже начинаю одолевать, то это что-то не... Или я стал сильнее играть, или Зодиак сегодня не в форме. Ой-ой-ой-ой-ой. Все-все-все. Сейчас он меня... заловит. Не знаю, что это было, но... вот сейчас я уже начинаю довольно-таки волноваться сильно. Сейчас он меня, мне кажется, будет жестко выигрывать. Если он действительно сейчас разыграется и начнет предсказывать все мои движения, то шансов выиграть у меня уже не будет. Но я уже должен быть доволен собой, потому что, ну, раньше я ему сливал вообще в сухую. Постоянно. Вообще без шансов было. Вот что-то я не понимаю, как с воздуха мне ловить его. И телепортом этим как пользоваться, тоже непонятно. Он бесполезный. Мне кажется, я начинаю уже фигней страдать. Я даже не знаю, как это откомментировать. К сожалению, они настолько сильны, чтобы бороться с кабалом в ближнем бою. Я не знаю, как ловить с воздуха его. Давайте еще один раз. Если я опять буду ему сливать, то мне придется пикнуть что-то другое, потому что он меня уже выучил. Ничего нового я уже не покажу. А он, как я уже говорил, более опытный. Как вы заметили, более опытный противник. Он играл в МК дольше, и нервы у него более крепкие, скажем так. Потому что сейчас я начинаю уже сильно нервничать. Может быть, это и заметно? Может, нет, не знаю.
А вот это уже мне повезло. Это очень мне повезло. Я прям так ладошку его ногтем зацепил. Так. А, его по фреймам не опередить, я так понимаю. Кабал этого. Он знал, что я буду делать сейчас. Захват пытаться. Я сам себя загнал сейчас в яму. Ну, понятно. То есть он меня в угол просто зажал. И через cancel бега сделал свое дело. Это понятно. Так, так, так. Нет, у меня вроде как шанс появился, а вроде... О, понятно. Все, у меня проблемы. Сейчас побежит на меня. Ой-ой-ой-ой-ой. В принципе, я могу попробовать его же оружием побороть. Но есть одна проблема. Если он умеет хорошо играть за Кунг Лао, то у меня шансов вообще нету, потому что Кунг Лао слишком быстрый персонаж для меня, и я не могу выдерживать его атаки. Он меня просто задавит сейчас. Но если я буду повторяться, он как бы он... Вот, видите, да? Что происходит? Так. Ну, что поделать, я очень сильно нервничаю. Пальцы меня не слушаются. Да и как бы и дрожат уже. Можно сказать, что мой мозг парализован был сейчас. Я ничего не понял, что произошло. И нужно попробовать еще раз.
так сказать, с новыми силами. Я действительно очень сильно переживаю. Это отнимает очень много сил, и вот когда такое происходит, игра на отдых не похожа на самом деле. Это когда ты выкладываешься на 100 и на 200. Так что это нифига не отдых. А, что-то даже у меня это... Ой-ой-ой, все, сейчас попрет. Я не знаю, что тут делать. Сейчас это плохо закончится. Ну я же сказал. Если он захочет, он может легко подойти и атаковать меня. А я не могу этого сделать, потому что я не такой опытный, как он. Ой-ой-ой, вот это я зря. Очень зря. В принципе, есть шанс. Маленький, но есть. А. Согласен. Побежит сейчас, побежит. Побежит же. Ну, вот так вот. Вот такое дело. Ну вот и закончилась игра, даже не успев начаться. Зодиак пожаловался на сильные лаги. Вот. И решил, что ему хватит. На самом деле мне тоже хватит, потому что вот эту концовку, которую вы сейчас слушаете, я смог записать только с 5-го или 6-го раза. Очень сильно заикался, потому что игра была для меня довольно потная. И если он, скажем так, с такими лагами так сильно играет, я представляю... Ну, если он, конечно, действительно испытывает лаги. Вот, то что тогда он со мной сделает без лагов, страшно подумать. В любом случае, я, конечно, отвратно себя чувствую, как выжатый лимон. Но с другой стороны, я доволен своими несколькими победами, потому что я приложил кучу усилий. И, в общем-то, игра была неплохая. Всем спасибо за внимание. Я пойду отдыхать. Это мне необходимо. А вам я желаю удачи и побед. Всем пока.